В соцсетях активно обсуждают новый скандал с участием Павла Воли, который невольно оскорбил девушку и теперь ему грозит суд. Речь идет о фрагменте его стендапа, который был показан в эфире 17 декабря. Во время шоу Comedy Club он выступил с фрагментом «Женские понты», где рассказал о разном неправильном поведении девушек. Описывая девушку-долбанько, он указал на фотографию Балауса Талиген из Казахстана, сделанную в 2018 году. После этого в личные сообщения девушки стали сыпаться сообщения, а ее друзья стали критиковать эту ситуацию. Выяснилось, что Балауса – феминистка, поэтому ей не нравится, когда высмеивают человека. Ей также не понравилось, что ее фотографии опубликовали на массовую аудиторию, а еще она борется против мизогинии и буллинга. В итоге ролик посмотрела уже более 5 миллионов раз. Я изначально долго сомневалась, стоит ли обращаться к юристам, так как тема довольно неоднозначная со стороны законности, и поэтому осветила проблему в соцсетях. В основном с этической стороны. Потом решила, что не буду подавать иск, так как боялась, что не вывезу эмоционально и финансово. Но из-за вирусности ситуации в соцсетях, мне сами юристы пишут, с одной из них будет созвон на выходных, и будем решать, рассказала Балауса Талиген. Сам Павел Воля пока никак не прокомментировал свой поступок. Интересно, что героиня ролика показала несколько сообщений, где на нее обрушился шквал хейта, от которого она устала отбиваться. По поводу щекотливой ситуации уже выступила Ксения Собчак. Что могу сказать? Это вообще очень похоже на синдром Нурлана Сабурова, обижать тех, кто не сможет тебе ответить. Например, рандомных молоденьких девочек из интернета, когда ты здоровый популярный мужик. От них же не прилетит ни по лицу, ни по репутации, считает звезда.